Всем добрый день. Вот у нас цветут сиреневые мультифлоры. Они немножко позже остальных зацветают. Но зато смотрите, какие они классные. Вообще листвы не видно. Видно только шар. Смотрите, какой шар большой. Не влезает весь в кадр даже. Здесь пустые места, это мы копали. В общем, у меня было расстояние между посаженными черенками, по-моему, 45 сантиметров. И в итоге, вот как видите, они друг на друга залезли все-таки. То есть вот тут вот мы копали, видно, что шарики не шарики. Надо немножко побольше расстояния оставлять. Тут остатки уже. Лучше-то оставшиеся я уже подписала. Это четвертые номера. Дождь прошел, они вон мокрые все. Так, это номер 11. Буду их убирать совсем, потому что у нас они не успевают. Даже у нас они не успевают расцвести. Это 14 номер. Немножечко светлее. Бледнее, чем вот эти. Это номер 2. Это номер 1. Это не помню, какой номер. Тоже классные, уже давным-давно цветут и не собираются заканчивать. Это 7 номер, по-моему, ромашечки. Это номер 6. Это номер 13. Спряталась под бругмансией. Это 8 номер. А ромашки номер 9. Это не 7. Я пошутила. Ромашки это 9 номер. Так, что у нас еще здесь есть? Вот это номер 6. Упал под весом. Вот. Это у нас самые ранние, получается. 7 номер. Вот как раз они у нас семерочка. Вот это вот номер 3. Оранжевый. Я тоже не помню, они были розовые. Вот такими сухостоями они будут всю зиму у нас зимовать, стоять. Обрезать мы их не будем. Такая поляночка. Красота. Остатки.